Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, вы до школы пользовались вот у нас здесь ковриком? Да, один раз лежала вот такой. И как ваши впечатления были? Ну, приятно было. А потом школа вот эта, и пришла вот сюда, какая-то бодрая, все полы побыли, сосила, все сделала дома. А когда спать ложилась, я обливаюсь холодной водой, ванной, облилась холодной водой, походила, высохла, ночнуху одела, а потом еще намазала спину каким-то кремом, дочка купила, и свитером шерстяным подвязалась вдвое это, и спала с 11 вечера до 6 утра, ни раз не просыпаясь. И на второй день так, уже без коврика, ну и эффект сохраняется. Да, ну со свитером. И сплю теперь с 11 до 6 до 7 без просыпа. А тогда просыпалась 3-4 раза за ночь. То есть беспокоил, да? Нестабильный сон. Да, проснешься, крутишься, не спится. А вот утро заснешь уже, что ж там. А теперь я вот благодарна, что я сплю ночь и делаю. Ну вот смотрите, это же те же... Здорово! Здорово!